Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас, если любители морепродуктов. Я безумно их люблю. Это вообще-то, ну, как в мультфильме один крысенок любил сыр, так у меня на морепродуктов такая же реакция. Поэтому я сегодня решила приготовить паэлью. То есть я сейчас я вот разогреваю сковородку, и сейчас я буду обжаривать морепродукты. Вот у меня красиво схватывают морепродукты. Я их обжариваю. Что я сделала предварительно? Предварительно я сварила рыбный бульон. Он нам понадобится. Сейчас я морепродукты вообще решила посолить, но не буду, потому что бульон я солила, поэтому пока не буду солить. Посмотрю туда, поэтому соли будет слишком много, поэтому не буду. Сейчас я добавлю сюда в кипящие мои морепродукты чеснок, 2 зубчика чеснока. Так, вот еще. Вот, друзья, у меня как жарятся мои морепродукты. И сейчас я буду добавлять сюда. Вообще нужно добавить томатную пасту. Но в моем холодильнике томатная паста не оказалась. И я пропустила помидоры. Вообще люблю натурально все, поэтому лучше всего пропустила помидоры, и сейчас я их добавлю сюда. Вот такая красота. И дальше будет вариться. Вот скворчит у меня морепродукты вместе с томатной пастой. Оно немножко сейчас прокипит, и я добавлю рис туда. Я немножко все-таки посолила, потому что посмотрела, бульон у меня недостаточно соленый. И еще что я сделала. Бульон я варила на рыбе. Поэтому то, что сварилась у меня рыбка, я ее сюда и добавила. Хотя по рецепту она нет, ну что же, не пропадать же рыба, не выбрасывать же ее. Поэтому я и добавила. Вот пришла очередь добавить рису. Рис я добавила его сюда. И сейчас заливаю рыбным бульоном. Вот там у меня рыбный бульончик. И я заливаю рис. Бульона должно быть в 2 раза больше, чем риса. Даже, да, в 2 раза больше. Потому что у нас рис будет набухать, как вы знаете, что потом. И вот дальше продолжает у меня вариться. Вот, друзья, здесь у меня здесь все варится, скворчит. И настало время закладывать мидии. Я сейчас это и сделаю. Вот у меня некоторые, они уже раскрылись, а некоторые еще нет. Я закладываю и опускаю их вот сюда. И добавляю бульон от меди. Я однажды покупала меди, они были как специи, прям были, находились очень-очень вкусные. А сейчас я купила меди, они замороженные, и мне кажется, они соленые. Вот. Поэтому специи они не находятся. Но я их опустила и закрою крышечкой, и пусть это все варится, пока бульон не выкипит. Вот паэлья у меня готова. Очень прекрасно, очень красиво, очень вкусно. Это, ну, я уже попробовала так, это, ну, пробу сняла. Получилось очень-очень вкусно. Поэтому для всех любителей морепродуктов я присоединяйтесь, готовьте, наслаждайтесь такими прекрасными продуктами и такой-такой прекрасной, в общем-то, паэлья. Вот всего их, вот и все. На этом всего вам хорошего. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам хорошего.